Ну, смотри. Был в таком депресснике, что не хотелось жить. На пределе мне сто... Бля! Ну, сложно перестроиться, когда да. Ты, блядь, дрочил ее в этом, вот именно, да. А сейчас за один раз... Ну, ты до этого играл, только вот. Ну, я сыграл один раз ее. Ну, правильно. На пределе мне осталось по районам без мантур кружить. А вокруг всем поебать, мертв я или жив. Но я нашел отличный способ осмыслить свою жизнь. Нет, блядь, завтра. Черту закон. Же... Может, мне одному на акустике начать? Вот она ложится. Я был в таком депресснике, что не хотелось жить. На пределе мне осталось в районе без мантуры жить. А вокруг все мне плевать, я вот не решил. Но я нашел отличный способ раскрасить свою жизнь. Как ни странно, ну, вообще, обо мне узнали, ну, благодаря вот этой дичи всякой, да, и акустической гитаре. Ну, вообще, где я и где акустика, ну, раньше, это просто, блин, как раз опять, это какая-то дичь, вот. Но... Так получилось. И у меня даже к акустике, ну, несколько отношений изменилось. Раньше, блин, отыграв на ней, да, я гитару просто, ну, я избавлялся от нее так, как будто, блин, она чем-то испачкана. А сейчас уже нет. Ну, надоедает иногда, конечно, акустика, но в ней тоже что-то есть такое. И сложность, кстати, потому что когда играешь с кем-то, там есть гитара, бас, барабаны, ты тоже там, ну, соответственно. И люди, которые приходят на концерты, волей-неволей у них внимание отвлекается и на барабанщика, и на басиста, и на гитариста, ну, оно так. А когда ты один с акустикой, ты один. И, ну, как сказать, я не ожидал, что на акустике можно, блядь, делать такой драйв, который, ну, получался. Если мне раньше сказали, я бы просто подумал, что человек рехнулся, ну, этого не может быть. А... Короче, наверное, больше, блядь, души, правды, когда ты, ну, делаешь на акустике. Ну, блядь, а когда в электричестве, конечно, драйва побольше. Да и правда остается как-то. Мне больше нравится, конечно, когда есть ритм-секция, тяжелая гитара, блядь, желательно не одна. Но одно другому как-то не мешает. Раньше я не знал, ну, не знал даже этого, а сейчас понял, что одно другому не мешает. И люди, которые вот слушают меня, да, ну, не всем же нравится тяжелый рок-н-ролл, кому-то нравится акустика. Ну, и почему бы не сыграть его акустики, блядь, ну, как бы просто... Просто дань уважения, блядь, людей, которые поняли, блядь, что, ну, что я делаю на самом деле.